Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилер, у меня кошка Феромон, скажите, привет! Приветик, мяу! Ну, на самом деле, Феромон не настоящий, да, зафигарь его, короче, он больше не нужен. Так, давай, бахай его. Ох, нифига! Так, кажется, слишком жестко как-то бахнуло. Кошку нельзя пускать в танк, он реально, кажется, сдох. Да, ни одного Феромона нет живых. Так, вылезай, пожалуйста, из танка, мне это все не нравится. В общем, у нас продолжается битва глиняных человечков, как я и обещал. Ребят, вы молодцы, вы наставили дофига лайков. Так что, если хотите увидеть продолжение, продолжаем в том же духе. Лайки и в комментариях ваши предложения, кто с кем будет сражаться. У меня есть специальная сумка для кошки. Это, скорее всего, вот эта вот розовая сумка для кошки. А у меня моя оранжевая сумка для Дилерона. Там лежит все, что нужно мне. Я тебе скажу, что нужно делать. У меня, в принципе, есть запасной феромон, можно будет его где-нибудь использовать. Где мы будем сегодня сражаться? Было много разных предложений. Просили вот на вот этой вот арене сразиться. Она вроде бы неплохая. Но я думаю, что можно примерно на вот этой вот самой простой арене сразиться сегодня. Потому что у нас сегодня будет сражение битвы армии нубиков против про. И чтобы это было действительно нубики против про, ты что делаешь? А ты в креатив вышла? Да. Ясненько. Чтобы были действительно нубики против про, скорее всего, про нужно будет одеть по-крутому, а нубиков как-то слабенько. Так что здесь у меня будут про игроки, к примеру, их будет, ну я не знаю сколько. Но, блин, наверное, их у меня будет где-то 2 стака, а вот нубиков мы сделаем, знаешь сколько? Наверное, 4 стака, но прошников мы оденем. Так, давай, фигарим, фигарим, и еще надо вот так вот еще одну пачечку, отлично. Слушай, знаешь, нам бы надо бы с тобой превратиться обратно в Дилерона и мини-кошку, мини-версии, чтобы было удобнее. И продолжим. Ты видела? Баран ворвался на поле битвы. Нифига себе, все, мы стали маленькими. Теперь можно будет удобно за всем этим делом смотреть. Я предлагаю даже сюда призвать одного феромона. Не знаю зачем, но просто он как бы сейчас занят своими делами, видите ли, слишком важный для того, чтобы участвовать в эпичных битвах. Так, баран нас ешь вообще. Вот все. Вот феромон, можешь его сажать. Так что будем давать, к примеру, нубикам. Такие нубики, такие ходят, такие слюнями. Все в слюнях, все в слюнях. Ты посмотри на них. Я им дам ничего, потому что это нубики, они бесполезные. А вот про игрокам, я думаю, что можно что-нибудь крутое выдать. К примеру, дадим им вот это, пусть даже приоденутся. Слушай, я им вообще дофига всего дам. Даже возможно... А, я знаю, смотри, я, наверное, им дам вот эту всякую крутую штуку, а вот нубикам я дам маунтов, то есть возможность кататься на ком-то. По-моему, это будет эпично. Я, к примеру, беру и даю им вот таких вот лизардов. Это будет круто вообще. Так, пацаны, вот вам 2 стака. И они смогут на них ездить. Это нубики на ящерицах. Они такие упоротые. Слушай, поскольку их меньше, вернее, даже больше, но у них ни хрена нет, я им еще один стак ящериц дам. И я думаю, что у нас имеется 1 бегающий феромон, 2... Короче, ряд целый стак желтых прошников и полстака обычных. Так, ты готова к этому эпичному сражению? Да. Так, если ты хочешь быть полезной, кошка, танк, разрушитель, дерни тогда за вот этот вот рычаг, и начнется эпичная битва. Что он феромон так делает? Слушай, может, феромону дать? Подожди, у него же нифига нет. Надо что-то, чтобы он мог защищаться. Я ему дам одну арбузную черепаху. Так, слышь, феромон, иди сюда. Сюда иди, сюда иди. На тебе, арбузная черепаха. Слушай, он пошел, кажется, топиться. Глюпи, феромоль. Глюпи, глюпи. Или засядешь на нее? Давай, 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 давай. Отлично, все, феромон на черепахе. Так, я сейчас, секунду, уберу лишнее. Это нафиг, это нафиг. Я думаю, что я готов, кошка. Все, давай, запускай, нажимаю. Открывай. Запустил. Так, смотри, вышли, вышли. Нубасы, нубасы. И феромоль такой на черепахе. Ворвался, ворвался, ворвался. Ты смотри, что творит. Йо, ты смотри, ну ты... Паника, паника, блин, паника началась. Блин, они что-то молнии стреляют. Что, феромона, кажется, уничтожили. Я вот не уверен на 100%. Нету? Не, все, он только что сдох. Вот а был, был живая, и больше нету. Правда? Да, но черепаху-то никто не трогает. Она еще будет участвовать. Так, что мы смотрим? Слышь, ты смотри. А прошники-то вообще какие мощные. Ну да, я им дофига всего дал. Если прошники проиграют, учитывая, как они круто одеты, то я даже не знаю. Слушай, ящерицы вообще интересно, кусают кого-то или нет? Ты за нубасов? Да. Ну, блин, их больше. Возможно, кошка что-то знает. Ну ладно, окей. Слушай, а если нубасы отожмут у прошников какое-то оружие, это будет дико жестко. О, вот это было бы ты круто. Смотри, они фигарятся молниями. Давайте, давайте. Блин, блин.
Ну тут иногда реально может произойти что угодно. И Барам Барван ворвался, Барам ворвался, даже что говорит, Барам ворвался, он тоже участвует в этой эпичной схватке. Баран кусает черепаху. Ты посмотри, черепаха теперь владение Дубасиков. Дубасик отжал черепаху. Отлично. Ёженьки, что творится? Давайте ветки. Неужели Нубасы победят? Как так? Ты посмотри, я одел так по-крутому этих пацанчиков. А они берут и сливаются. Офигеть. Дубасы. Вы вообще могли себе представить, что это возможно? Я прошников одел невероятно круто. Я им все дал. Эти наездники на этих ящерицах победили. Так, ладно, хорошо. Дергай еще раз механизм. Я тогда все ушатываю. Давай, дерни рычажок. Мне нужно будет сделать, я даже не знаю. Давай тогда два стака вот этих вот нубасиков и против прошников. И они сами что-то уже будут подбирать. Так, здесь вижу, что-то валяется. Один давай, стак. Короче, раз стак на стак. Ну, я, короче, два стака на два стака. Давай. Дайте ли им что-нибудь полезное? Я, наверное, феромонов еще пару штук призову. Я давай призову их где-нибудь там, где шмотки валяются. Феромонов. Вот здесь вот одного феромона. Вот здесь вот одного. Ну, пусть у него будут маленькие шансы на то, чтобы... Да. Так, барана еще. Вот возле барана будет один феромон. Не спрашивайте, зачем феромоны? Это бесполезные животные, но как бы то ни было... Я думаю, что, может быть, они затащат, если они будут до последнего где-то сереть, а ну потом да. вылезут. Все глупый феромон не понимает, что это нужно надеть. Трошный феромон. Так, короче, Алла, давай, запускай. Пусть они выходят сражаться. Давайте, если феромон нам лица сломают. Давайте, ну, так, вышли. И феромон такой ворвался. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Офигеть. Когда-нибудь, может быть, он с нами тоже в этот режим зайдет, но сейчас он с телочками там зависает где-то. У них все еще новогодние праздники. Вот так вот. Ну, кому-то весело, да. Слушай, прошники что творят? 31 на 31. У них сейчас прям ровный счет. Слушай, ну не знаю, неужели ящерицы настолько жесткие, что даже жестче, чем броня, щиты, оружие? Это, по-моему, дичь какая-то вообще. Я не знаю, что творится. Слушай, ну они живы, с феромоны до сих пор живы. Как так так? Да. Трое было, трое живы. Может, как-то там вообще прикидывается, что он вообще не при делах, его никто не трогает. Ты смотри, что творится. Давайте, давайте. Так, если останутся живые феромоны, можно будет их на танке задавить. Как тебе такая идея? Ну, давайте, ну, балцы. Я так, по-моему, феромон еще живой. Ты смотри. Он, кажется, за прошника. Слышь, он к прошникам притерся. Типа, ты что, прошник дофига? А ну лицо ему ломайте, Что за дела? Блин. Живой еще. Офигеть. Так, что у нас? 18-23. Это кто у нас финиширует-то вообще? Мне кажется, проб финиширует. Ты думаешь? Ну, блин. Ну, я даже не знаю. Так, хотя кто у нас? Нубасы тоже нубики так... это желтенькие. Нубики пока сливаются. Блин. И сразу же прошник один сдох. Почему феромон живой? Где он вообще? Где это животное? Я его, кстати, не вижу. Он где-то зашкирился от всех. А, вот он. Где? В воде где-то тут В воде был. Где-то плавает? Нифига себе. Балл, где, все, зафигали. Кажется, он утопился. Он реально, кажется, утопился. 10-9, 8-8. Пусть один нубасик заныкался. Такой смотрит на тебя, вообще такой, типа, а шо нельзя было? А шо нельзя? 5-8. Блин, ну прошники, ну давайте, ну серьезно, ребята. Ну надо победить. Когда мы с кошкой играли, тоже так было. Слушай, ну там получается, он бегает. А, смотри, он такой дерзкий, ворвался, сломали ему лицо. Все, последний остался. Блинчик, ну не убивайте давайте, его, давайте, пацаны. Да фигарим его. Не надо. Да вот он здесь стоит. Давайте. Так, кошка, нам срочно нужен танк. Иди угоняй какой-то танк и едь сюда. Я думаю, ты справишься. Нужно зафигарить, вот он заныкался здесь. Иду. Так, где у нас кошка делась? Ты куда-то пошла к другому танку? А, ты то танку? Так, все, я пошел себе другой танк возьму. Так, я сейчас, я даже не знаю, куда БТР вроде бы. Так, пришло время убивать. Так, тихонечко. Так, парень, ты думаешь, что ты заныкался? Ой-ой-ой, кажется, я барана убил. Я барана убил. Так, стоп. Все, отлично. Теперь победа. Так, а где ты вообще? Слушай, ты куда уехала? Я тебя вижу. Ты куда уехала? Стоять. Я все вижу, это коты. Я все вижу. Блин, кажется, мы карточку разрушим, да? Да, нормально, все. Кошенцы, ладно, хорошо, живи. Во всяком случае, феромона мы из танка уштали, как я и обещал. Ладно, это был не феромон, это был нубасик. Ну какая разница вообще? Так, слушай, что у нас вообще имеется? У нас, по идее, счет 1-1. И дырка в карте, что не есть хорошо. Я тут немножко починю, вот так вот мастерски. Хотел заборчиком, но получилось, чем получилось. И здесь расфигарил. О, ну ладно.
Короче говоря, мастер подчинятельства все починил, правильно? Так, и здесь еще немножко дырочка у нас есть. Но ничего, парочка штришков, и все, отлично, как новое. Давай, кошка, активируй механизм. Я сейчас сделаю решающую битву. Один стак на один стак против одного феромона. Либо, да к черту этих феромонов, они бесполезные. Давайте возьмем, призовем одного мини-кота, дилерона или кого? Кота призвать? Да, кота, пусть коты посражаются. Давай двух кошек возьму сразу же вот так вот. Оп, вообще, два кота. Вообще, да. Потому что они к баранам сразу пошли. Они тоже пошли механизм, кажется, активировать. Ты смотри на них, реально, пошли механизм активировать. Так, я нубиков заспавниваю здесь, прошников заспавниваю здесь, и у нас получается две кошки. Куда они делись? Ага, они пошли. А вот они, возле уголочка. Топиться. Ну, вроде бы дырок нет, они никуда не убегают. А это кто такой? Тут дырка была! Они вырвались! Они окна выбили! Блин, ты смотри, что творится! Ладно, открывай быстрее механизм. Открывай, пока еще не поздно. Кошка открывает, они разбегаются. С ума сойти, что происходит. Так, ребята, прошники, вам придется ходить и искать их. Офигеть. Это я им стекла повыбивал из танка. Ну, неудивительно. Блин. Так, боевой баран ворвался. Боевой баран ворвался, а эти пацаны расходятся. Кошки. Что за кошку дела? Кошку убили, за что? Кошку зафигарили. Да. Так, я разбираю препятствия, чтобы никто далеко не убежал. Давайте, давайте, пацаны. Надо сражаться, надо сражаться. Что мы имеем? Одна кошка и этих 15, 14 на 16. Но они немножко разошлись. Ну что, Басик ушел. А мы сейчас сделаем вот так вот. Кошку так, убили. Все, преграды убираем. Я потом карту починю, вы не парьтесь. Нормально все будет. Так, сотри, 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 сотри. Они вернулись. Все, больше коржиков нет. Ты за кого? И что мы имеем? Я за прошников все еще. Я все еще за прошников. Ну да, у нас, получается, с тобой счет был 1-1. И, по-моему, сейчас победят прошники. Информация не стопроцентная, надо проверять. Нуба застрял в заборчике. Ага, Нубасик, давай, иди сражайся. Давай, давай, братка, братка, давай, тащи. Давай, давай, сейчас давай. Сейчас где-то выяснится, что какие-то нубасы на баранах куда-то уехали. Уже прикинь, баран, если смотри. Какой-нибудь нубас или прошник на танке сюда приедет и ворвется на танке. Это же будет жесть вообще. Блин. Так, а где у нас нубасики? Ну, блин, ну слушай, ну как так? Взяли, блин, стену взорвали. Это был заговор нубасов, я тебе говорю. Вот они здесь ходят. Стрин у меня такой, типа, я сорвался с карты, никто меня никогда не найдет. И что теперь, это типа не победа у нас будет, что ли, ушел? Короче говоря, 1-1, да, вижу. По идее, дружба по тупости танка, я ни в чем не виноват, это он все идет, так. Идет. Хочешь зафигарить его, что ли, парень? Парень, тебе нет. Туда, давай, воевать иди, туда, иди, иди, будешь толкать иди. Его, что ли? У тебя есть 3 секунды на то, чтобы сразиться с ними, иначе ты умрешь. Давай, до давай, свидания. Давай. Я думал, ты тоже взорвешься, но ты не взорвал. Ты посмотри, радиус действия, что ли? Ты посмотри, реально, радиус действия у этой штуки есть. Ого, она далеко не уничтожает. Если кто-то где-то убежал, да, смотри, они выживут, это нужно по карте летать и всех уничтожать. Нифига себе, я не знал, что эта штука так работает. Ну, короче, 1-1 и дружба, как-то вот так вот. Так что спасибо, что вы смотрели, для вас играли и комментировали Дилерон, мини-кошка и танк, и подопытные феромоны. Ставьте палец вверх, если вам это все еще нравится рубрика, чем больше лайков, тем больше комментариев, тем раньше выйдет следующая серия. До скорых встреч, всем спасибо и пока-пока. Мяу, пока.